Если мне кто-то что-то писал, там, Навара, я релогался, я ничего не видел. Напомните комбинацию клавиш, чтобы выключить и включить звук в игре. Ctrl и Ctrl. F. На который назад клавишу хочешь? Все, спасибо. А что, вообще сбивать русские или что? Ясно. Кирс, ты был вчера на этом, на роботе ХМ? Конечно. А чё ты ничего не забрал? Почему у тебя приор на него не купил? В смысле, ничего я не забрал? Я кольцо забрал. А почему у тебя 500 ГП тогда? Ну, потому что кольцо 494, по-моему. Ну, так у тебя 900 должно быть ГП, у тебя базовая ГП на ГП. Как он на... Так в смысле, шамане. Ты не на маге же? А, ты на шо... А, понял. Ты не в муте. В раз КФК? У тебя нет мута, ты сам себе микрофон отключил. Ты там доебался до меня, я не могу понять. Вот еще раз крыш есть. Я тебя просто спросил, ты молчишь. Че, я отвечал, у меня микрофон был отключен просто. Так скажи мне еще раз тогда. Клык у тебя что? Есть, героик? Нету? Нет, у меня ни обычного, ни героика нет. Понял. Блять, ты злодей, что ты делаешь? Звезда, вроде. Если что, каст сбивается станов, эффектами немоты, а также страха. И сном. И сном, и спячкой друида. Но им еще попасть надо. Какое чудо, когда я первый раз нашел на панели заклинания и способности. Кнопка P английская, русская кнопка Z. На русской раскладке это кнопка Z. Нажмите Z. Z – знание. Там вы получите знание о вашем персонаже и сможете играть на... 100% выдавая. Как твой друг, блядь, из этого знакомля, блядь. Хуя. Тут что, книга заклинаний в игре есть, охуеть? Блядь, в натуре. Я когда узнал, я вообще... Я всегда играл скиллами, которые мне с уровнем на панельке появляются. Ну я тоже раньше так играл. Типа атака на единичке, там. На твойке там ударки двое. Да. Печать мудрости там, блядь. Стрела тьмы вот у меня первого ранга на панели. Я слышь, Войт, чей там этот лут был, блядь, два Митриуса, я забыл, блядь. Лут Каноба, нахуй. Был у нас челик один, он танчил в ФДК там. Его складывало с двух ударов. Раска, заходи в игру. Он, короче, два Митриуса носил.
Долорес, дай релку обратно. Я не могу поехать. Избитый кар. Зерной волны. Великий теряет из-за этого ДПС. Что-то у нас парень делал рейд. Кого побежали, вот здесь просто. Чё мы, кого сперва бьём? Генерал, да. Наверное. Просто половина туда убежала. Сюда, куда съебались? Хилы все тут, я чё-то там не вижу пару хилов. Да. Пиво тут? Хуя, кажется, что за убийство теле звание, блядь, все это дает такого пылающего. Враска тут. Там единственное, что полезно дали при убийстве, это бонусы, нахуй, 250, по-моему. Вага, ты тут? Я остаюсь чуваком, который это теле убил. Чего кого-то? Там это, забыл тебе сказать, неделю через две буду переезжать, и нестабильное будет онлайн. На неделю, на две максимум. Недели через две? Да. То есть примерно через месяц у тебя все устаканится? Нет, ближайшие две недели будет как было, вот стабильно. А потом, я не знаю, как дадут мне отпуск на переезд, не дадут. Если дадут отпуск, то интернет я подключу там в течение 2-3 дней. Блин, а, ближе к этому, к переезду, я тебе напишу, как что будет. Чего ждем? Почему не пулим миников? Танк, вагон, хилов тоже. А то квартиру купили, а 2 месяца переехать не можем. Дайте-ка, пожалуйста, обратно. Еще пристабав. Там приста нету. Да, Red War Zed ханта выбрал. Касочку ПТК, пожалуй. В смысле, зря. Я чем? Да прист был бы лучше. Враска, каски, ванель, кулаки, пан МП5. Ты чё, в РС ХМ надо проход калечь или нет? Да, да. Надо. А, жалко. Я бы пристом нашел. Мне ещё конта найти. Ну, точнее, раньше надо было, сейчас я не знаю, надо, не надо. Враска, ты тут? Нет. Да я, блядь, я могу еще зайти. Надо, не выбирали? Могу попробовать. Ну, зайди, давай попробуем сумануть. Цирк приехал. Уже спулили, пул идет. Ну и чё? После миника. Почему милики не бьют? Иначе тебя шотнет. А не шотнет его. Блять, просто бейте милики, все. Я, кстати, на ДК бью этого миника и ренджа сохраняется. Все нормально. Типа человека по 3 можно бить. Все бейте просто и все. Он сказал бить, бейте.
Сейчас так. Я не достаю до второго танка. Ты хиль. Хуй забей на эту метку. Перед вторым подкидыванием дадите сок? Каплю накину. Давай, каплю. Избавила? Зачем? Да. Ну, он до босса откатит. Слав. А. Спасибо. Чтоб ты понимал, я этого миника соло танчил. И все бьют. Да я тоже танчил его соло. Пуцин, давай релогнись, попробуем сумануть. Тебе чё пиво? Яйца квадратные. Может просто у него КД? Жопа широкая. Просто катишь. Просто стою на месте и танчу. А мы поняли, что это охуенный пицца. Пиво, а на магике ты танчишь босса и два куба еще прожимаешь. Думаю, яйца не влезают. Бал, три. А зачем их прожимать, он другой куб, другое яйцо. Дэл, ты не шаришь, он без кубов проходит. Там на пиво танчу. Еще раз два. Танчи, блядь. Че, все шемсом? Он бы так быстро собрал. Кем бы до ханта не был, то бы вот это. Разбойники. Разумались. Там нет, разбойники. Конечно. Яд намазал, анестезирующий, и ступень сбилась. Да, все. Легко вообще. Горите в огне хозяина! В бородатые годы и я снимал своим разбойником. Не пульти мини-босса. А трэш можно. У меня луцин. Нельзя применить к этой цели. Значит, у него КД. При КД у него доступа нет. У тебя в ЦЛК ХМ все, кроме лича, убиты, да? Ну да. Так, в смысле, а как у него может не быть доступа? В смысле, доступа? Луцин ни разу в РСХМ не был? Он так. Не на друиде был. А, он понял. Ваган, но у тебя есть всегда битовый ДПшник, который может... Хуисовый, я понял. Пиздец, как мог... Как он мог, блядь? Как он, блядь, на друиде мог целка на фул ни разу не закрыть? Да при чем тут друид? Он на друиде речь была. Раска, ты не проснулся там, что ли? Как так, Луцин, у тебя нету доступа? Ты же только что вот в РС-ку пошел. В смысле, ты же я только не что знаю. Хили. Вот летаю либо... тут. Void, go. А где? Ну что, получается, в обычке? Может, ОКД, блин, получается?
Нормально порофлил. Типа япончик что не ходит, он писал что-нибудь? Япончик АКД. Он работает. Сейчас график не позволяет. И, кстати, возможно, возможно, у него КД. Да доступа у него нету. Ну, все мы знаем, как он ловит КД в целках ХМ. Обычно на обычку. Блять, очень странный баг на самом деле. На сервисе всегда было. КД спадает, и у тебя какие-то новые КДшки появляются сами собой. Я четвертое КД подряд вижу темки на форуме, что на ОНИ 25 у человека КД не спадает. Вот у меня с ОНИ было 25-ка, 10-ка. Причем в те моменты, когда я на них даже не ходил. Ты что, вагу не будешь заходить на ханта? Я в мейн рейд зайду. Ну я, короче, релогнусь, это может голос идет. То я что-то весь день сегодня без вик и как там настроить. Мушкара. Вы опоздали. Рубиновое свечилище пало. Пиво танкует свет. Раска танкует тьму. Похи лам. Во тьме у нас просто отец, Долог и Шторм. Цвету у нас чипсы, Луцинь и Норси. Очень интересно, окей. Андонидас, ты медведи на трэше. Раскидайте группу. Сейчас, да, сделаю. Что-то мне кажется, пиздец, что сходить. Ты не веришь в Раску? Вообще не. Он сейчас с первого раза все затанчит. Зря Раска, в нем сомневаешься. Раска, смотри, там вообще легко. Вот звездочка ставится для того, чтобы ты видел, ну, где центр, типа, что если босс сдвинулся относительно звездочки, что ты для себя, чтобы понимал, куда его надо сдвинуть, чтобы вернуть в центр. Короче, фишка такая, если позиция центральная босса нарушается во тьме, то это может быть фатальным для рейда. Ну, типа, лезвия могут срезать рейд какой-то из прокруток. Вот. И когда ты заходишь в тьму, ты туда, прежде чем тыкнуть на портал, отдаешь 50 на 50 вот эту свою хуйню. Прожимаешь там блок, там, чтобы тебя не сложило с первой тычки там. И начинаешь бить босса. Если ты зашел, и босс только повернулся на тебя, но не сдвинулся, не походил никуда ни вправо, ни назад, ни вперед, то тогда все охуенно. Становишься в кружочек и спокойно его танчишь. Если он сдвинулся, то оттуда, откуда он сдвинулся, туда его и верни. То есть он стоит идеально в центре в начале. Если он сдвинется по какой-то причине, ты его вернешь. И продолжишь танчить, и все будет заебись. Туда он смотрит, туда, где хвост ебал должен быть, да? Да, вот кружок я поставил, там... И не знаю, где пиво будет начинать, блядь. Ну ставь в кружок, как бы там поебать. Он между деревьями лезвие появляет. Ну, типа, лезвие... Начинать, похуй мне, где начинать. Вот в кружке начнешь, зайдешь в тьму со стороны кружка, поставишь морду босса в кружок, и все заебись будет. Рыба. Ставьте офицера рыбу, спиздите с КП. Да его вроде пиздит мало, любит. А кстати, Андонидасу в танке, а мне в сове или как? Да, ты в сове, он в танке, на мелком трэше. Я во тьме? Вот. Первая группа тьма. Да, сажает или нет? Да, те, кто во тьме, пьют сапрот. Войт, заранее ему скажи, чтобы он крутил. Это пизда нам, короче. А хватит РДД в свету большого заливать на второй фазе? А, ну и самое главное, Раска. Когда увидишь либо свой ДБМ, либо скажут, что лезвие скоро, ты смотришь на морду Халиона, и справа и лево от него
ты должен увидеть два шарика. Если они вдруг не находятся справа и слева, а где-то через хвост босса и за твоей спиной ровно, то тогда тебя порежет. Понял, да, намек? Ладно, поменяем немного. А что, в минус одного пойдем? Че будет, возьми танка, а не это. А че мы не поставим кого-то танчить? А в раз КХ подамажит. Разок мы сделаем пул вот именно так, как я сказал. Ну, в принципе, да, есть смысл. Только полтос прожимай перед западом во тьму. Первая и группа тем... поменялась немного. Первая группа теперь тьма и окончательно. Остальные в свету. А я во тьме подамажу. А сколько полтос когда? 10 минут. 3 минуты вроде, нет? Он уже его приебал, как бы. У него когда сейчас... Там 3 минуты, по-моему. 2 минуты. Дайте его на Рональду пати. 3 минуты КД и спокойно поставишь босса, как тебе будет удобно. Смоньте чипсы, там сапрут все купят. Ханта вот это тоже. Я теперь догадываюсь, почему. Это с того КД, да? Связано с ним? Там Раска на кого-то гнал, мол. Кого-то хуёво танчит тьму. Ни с чем это не связано. У человека мейн спек танк пока что. Вот поэтому пускай будет класс. Разве там на кого-то чё-то гнали? Еще раз чек на пул. Там наоборот кого-то зашел и все пошло нормально. И выйдем, босс. Давай, давай, побрать. Так что, мне в кружке стоять, да? Да. Вряска, я захожу во тьму со стороны, вот где сейчас квадрат стоит, вне зависимости от того, как лужа разовьется. Ой, уже, ну, короче, с противоположной стороны. То есть, да. Лап, обновите по рейду. То есть, с нашей стороны он должен. Мелики близко не ставим, босс. На вас. О, да. Войд поднимай суету, Данидас поднимай хала. Летит. Норси поднимешь шторма. Там СС висел. Значит, там станет. Только бафните друида сразу. Заходить в раз. А, наверное, да. Что-то мне не очень нравится танчить. Света начало третьей фазы без хила. А 52 будет, скажешь?
я прожму. Они прикольные. Слав, 52, скажи. 100% инфа будет. Надо или больше дать, или стопать 55. Пятьдесят три. Я есть свет, и я есть тьма. Трепещите, ничтожные, перед посланником смертокрыла. Остерегайтесь теней. Небеса в огне. Метеор перебежали. Тут цель не поднимешь в Норсе. Пиво большое. Свет, стоп! Да все, он вдох. Нет. Ой, блядь. Зависишь? Нет. Меня просто убил Халеон. Заходим. Чипсы. Будем. Ты не заходишь. Автор. Я 4 года пила как бы. Их было нихера. Не знаю. Вот просто посмотри, а там сам увидишь, чего я умру. Умрите там, выйдите куда-нибудь уже. Кто не лежит, заходим в рейд. Давай, такой стресс не вынесу, столько плов, блядь, крутить. Вот, давайте сделаем проще. Дайте Антонидусу саппорт и убьем Пуша. Сейчас просто с ДК не осталось хилов. Чипсы, ты все время остаешься в свету, и ты во тьму не заходишь. Не, Серег, дело вообще не в этом. Я просто отдал незыбку на выход, а потом меня 3,5 секунды вообще не... Ну если б хил бы хотя бы один, вот, допустим, чипсы стоял бы с тобой, ты же не упал бы. Сейчас просто с тобой не было ни одного хила. Да нет, он упал, когда 2 хила был. Я его подхилил, навешал все ходки и пошел резать Норси, потому что она там умер с другой стороны. Он, этот самый. Его хилил один хил. Mm-hmm. Кир, Сайдат, заходи на писло. Нет, я там кого... Хорошо. У меня амтиан немного, просто отец у нас будет к свету. Чипсы будут во тьме. Там 4 человека на... там что-то отсыпалось. Непонятно почему. Просто отец, соответственно, ты... Yep. В тьму вообще не входишь. Чек на пул. Айзек, чего не хватает? Интеллекта никому не хватает. И кулаков не хватает. Бунель, кулаки парой, дураска, каску. Кавату... Не менялся. Кавату и фразгор, но кулаки надо. Пан МП5. И выйдите босса. Ну выйди, там декасты. Если дать магу кулак, то бафнутся локовские пэты. И декашные тоже, было бы здорово.
скользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Вот, да нет же, нет. У шторма так. И у Энджи. Небеса в огне. На вас. Перебежим. Ты его еще подвину. Перебеги через него внутрь и подтяни в ту сторону. Надо стопнуть, 57, слышь. Вот приколи. А Макс стопнули вообще? Танк умереть решил. Ой, блядь. Его шотно? Падаем. Коват, спекись в танк. А покажи-ка смерть свою. Лезвие убил. Ваше... Ну, лезвие не убило, пелена добила почему-то. Написано лезвие. тысяч написано. Никто не лежит, заходим. Уинст. Раска, ретри, коват в танка. Меня запутал перебежками, вот этими, понимаешь? Ну ты же двинул босса, пришлось бегать. Ты босса вот так вот как двигал сейчас, вообще никогда не должен двигать. Проходишь босса насквозь и равняешь его туда-сюда, все. Куба, танечный собрали. Знаете, что я не хочу танечный свет, я вас очень прошу. Там мы сейчас убьем уже с этого булочки, все нормально будет. Чек, а, перелом, голос. Нема, опыта нету просто в войске. Первый пул был лучше, чем второй. А в... Да, убивать с первого. Блять, да что было-то приходит?
Скажи, как прогрузишься и готов будешь. Это, ну, готов, готов. Выйдем, босса. Короче, Враска, ты не уходи после РТ, я тебя в РБК возьму. Учить буду, как танковать. Прибежали. Помогите, заберите. Сейчас будет лезвие, подкручу. Братишка. Чего, братан-то? База больше. Справа. Тьма, стоп. Тьма, стоп. Бьем. Свет, стоп. Ну, диспел, блядь. Больно пулевой на меня только босс. Ма, стоп. Метеор. Метеор. Пэры там, раздавайте все. Тьма, стоп.
Ну, обьет. Тьма, стоп. Прибежали. Метеор. Тьма, стоп. Какого хуя они на мне, блядь? Ты абсорбируешь зря. Бьем, тьма. Ваш один из тьмы, ваш цвет. Инер по шаману. Тьма, стоп. Бежим. Пусть со тьмы кто-то выйдет, тьма, поможет. Во тьме и так стопайте. Дайте одного ДД. Враска, выходи в свет. Просто отсюда еще один. Два лучше. Перебежали. Бежим, бежим. Неизвестно. Да, вышел. Тьма, стоп. Бладласт в обоих мирах. Может, воющий ветер? Я потом скажу, из-за чего это происходит. Метеор. Бежим, 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 бежим. Свет, стоп. Свет, стоп, блядь. Ревностный. Свет. Трухил кого-то, не уроните. Ебать, что вы за цирк, блядь, устраиваете? Знаешь, почему он происходит? Я понял, может, не ГП, да, это мой косяк. Это не твой косяк, это мой косяк. Когда я, короче, напуливаю на тебя, да, у меня бывает так, что у меня 4 как бы стака Т5, и вместе с соплей вылетает, и мобы на тебя переагриваются. Это не твой косяк. Не знаю, я кидаю только ЛБшку и чуму. Больше я тебе еще раз чуму. Говорю, за счет моего сопли я убиваю. Я бы тоже на тебя напуливал. Что вы зло? Я что-то говно упал. С ЛК мы идем или нет? Наверное, много рейдов для одного дня. Нет, ссылка на завтра оставим. А чё, мы сегодня, блядь, в ОКХМ пойдем вечером? Да. Хорош. Поезд Стапаги и... Чем поезд шамановский. Очень неплохо даже. А так, остальное херня. С рейда ливать не надо. Чё, ЕП не давал. Спасибо всем. А сколько триксы КД у Роги?
Арнольд, Дискорд, слышишь, тебе ботинки хантовские нужны, нет? Боря. Ну ладно, спылю тогда. Там единственный кто это ШД, вроде как, ШД, у него 20 секунд КД. Там есть и талант. Че, всем спасибо. Завтра не знаю, получится у меня или нет. Постараюсь. Пиво ракал.